В одном из исследований оценивался полифенольный экстракт гибисуса на экспериментальной модели ожирения, вызванной высокожировой диетой у мышей. Экстракт гибисуса вводили ежедневно перорально в течение 42 дней. Он снижал увеличение веса у мышей с высоким содержанием жиров и улучшал толерантность к глюкозе, чувствительность к инсулину, нормализовал соотношение липопротеидов низкой плотности и липопротеидов высокой плотности. Он также уменьшал воспалительное состояние в печени, уменьшая экспрессию различных адипокинов и провоспалительных медиаторов, и усиливал целостность кишечника за счет увеличения экспрессии муцинов и белков, участвующих в поддержании слизистого барьера. Кроме того, экстракт гибискуса оказывал пребиотическое действие, улучшая изменения в микробиоте кишечника, вызванные высокожировой диетой. Таким образом, экстракт гибискуса улучшил соотношение таких бактерий, как Firmicutes и Bacteriadetes, что может способствовать положительным эффектам. Следовательно, экстракт гибискуса может рассматриваться как для разработки дополнительного лечения метаболического синдрома из-за его полезных свойств, таких как антиоксидантные способности.